Итак, всем привет, это мой new vlog. Я сделала себе такой незамысловатый хвостик, окей? Вот, короче, сейчас это мой новый вообще влог. Я снимала до этого еще влог, но я его держала в капкате. Это была самая глупая вообще ошибка в моей жизни. Вот, поэтому... Вообще, раньше мы начали видео в другой программе, но там появился один новый знак, и я такая, прикольно, вот. Поэтому теперь я должна сказать... без одного знака и вмонтировать новый влог. Но, короче, тот мне уже показался неинтересным, не актуальным. И вообще мне он не нравится, поэтому я снимаю new влог. Окей, окей. Вот вообще я очень редко хожу с хвостиком, но что-то сегодня я прям находилась. Я просто увидела, ходила дома и поняла, что такая, ну в целом это неплохо. Почему я ходила раньше с хвостиками? И мне как будто бы нравится. Ну вот тут, конечно, все как-то не очень красиво. Но ладно. Ненавидели бы, нет. Короче, сейчас мы выдвигаемся в деревню. Когда мы приехали в деревню, мы пошли гулять с моей подругой, мы немного погуляли, замерзли, решили пойти к ней домой, и мы там люто тусили. Сегодня у нас понедельник, 8 мая. Я вышла. Мы приехали в деревню только недавно. И я вот иду гулять. Представляете? Иду, не еду на новый город. Другую часть города. Господи, я сейчас собак сажу тут этого. Она мне надоела, ребят. Вот. Мы погуляем здесь. Не знаю, поедем ли мы в другую часть города. Возможно. Возможно, нет. Я не знаю, вот, поэтому сейчас вот иду. Ну, это прекрасненькая погода, но холодный ветер. Вот. Пока мои друзья забирают кофту, которую они сказали, я забрала вот эту кофту от своей крёстной. Вот. Это мне завтра для дома, окей. Такие дела. Итак, я иду сейчас уже домой. Я думала, мы погуляем подольше, но... Моей группе нужно было домой. Еще нужно было кое-куда идти, поэтому вот такое время только 8, я домой. Я хочу еще погулять, но холодно. И, кстати, вот я поймала себе на мысли то, что ну вообще очень быстро год пролетел. Типа год назад. Ну, плюс-минус даже ровно почти. Ну, так. Буквально прям недельку мне позже, раньше. Я гуляла тоже там же с своими одноклассниками. Вот. Я по этой же дороге один раз шла домой, окей? Вот. Когда мы одноклассники пошли тоже домой, а я типа пошла по этой дорожечке одна. А тут я уже вообще с другими. Я не знала буквально год назад, но вот так вот так случилось. Ну, короче, это вообще трэш. Очень быстро. И то, что я скоро заканчиваю первый курс, это вообще ужасно. Потому что, ну, типа, это классно, но сейчас первый, второй и все. Третий, последний, я защищаю курсовую, я уже не учусь нигде, представляете? И там уже трэш. У меня в следующем году 18 лет, начнем с этого. И вообще, вам не видно, что мне 18 лет? Ну, конечно, ну, будет 18 лет. Но типа это вообще реально трэш. Очень быстро время летит, я просто в шоке. Вот. Иду тут с этим диффузором. Мы были в пиццерии, где я ставила свою бывшую одноклассницу, которая от нас уехала в каком-то классе в другой город. На следующий день мы пошли поменяться с подругой, и какая-то бабушка с 8 этажа сказала нам какую-то ее маленькую книжку, в итоге это оказался какой-то лоток из-под мяса, мы такие, мы вообще ее не поняли, обошли дом, сказали, что сейчас принесем домой, в итоге выкинули ее. А дальше мы встретили, как какие-то мужчины возле памятника что-то делали, и к ним подошла полиция, потом встретились с машинкой. 178 рублей пришло. 680 рублей! Нет слов.
Зато я буду есть макфлури, ура, наконец-таки спустя неделю. Это так красиво выглядит, ребят. Так, мой отрывковый влог сегодня у нас какое число? 11. Четверг. Четверг. 11 мая. 11 мая. Завтра у меня день рождения. У моей подруги день рождения. Я просто забыла слово. У меня моей подруги день рождения. Дикиные лансы. Мы тут с мамой на какая-то полочка. Мама пошла в магазин. Вон там еще много всего, короче. Видите, какая упаковка классная. Еще, еще. Ой, мама. Белеющий порошок еще. Да, и моя юбка. Представляете, мне сказали, что нужно для всяких мероприятий в колледж Соник. Юбку, карандаш, какую-нибудь булочку. Ну, чтобы я такая была cutie-cutie girl. Ну, я надела. Ну, мне кофточку-то мне понравилось, мы ее взяли. И она такая, типа, белая, парадная. Вот, красивенькая. И юбку, карандаш. Это так, моя школа. Там. Моя. Мы здесь куда-то шли год назад, когда у нас был последний звонок, или даже выпуск на последний звонок. Мы тут стояли, а потом пошли в сервис, а потом в театр. Трэш. Короче, это такой вот переходик резкий. Короче, я вообще сидела, делала проект на неделе. И на проектор мы защищаем в воскресенье. Я не понимаю вообще, поменялось все. Потому что пошли новости, что на Белгород будет наступать. И, короче, и мы, скорее всего, не поедем, потому что мы все не хотим ничего такого плохого. Тебе нужно было ехать. И родители же мы поехали просто по приколу посмотреть. И в целом, как сопровождающий, потому что от колледжа немножко были проблемы. Вот, в итоге мы никуда не хотим ехать, потому что такая ситуация. И не знаю, я волнуюсь, потому что все было хорошо, чтобы мои сокомандники все было хорошо. Сейчас время полдвенадцатого ночи, и я собираюсь ехать поздравлять мою подругу Вику с днем рождения. Мой набор, гаражечка и ключи. Все. Все, ребят, выходим. Это трэш. Я даже не думала, что я не поеду, потому что мне типа едет другой час города. Потом я просто не уеду, а одна такси не хочу. Вот, поэтому я еду с моей одноклассницей, с моей подругой. Вот. И мы едем сейчас с ее папой. Ну, она просто поедет с папой. И на такси не поедем. Нет слов. Я надеюсь, что я высплюсь. Пока. Я вышла, ребята. Я только забрала такси. Едет, пока. Девочка, с чем это балкон? Даша, подожди, не снимай. Сейчас я буду собирать. Дня рождения моей подруги. Ой, трэш, ребята, я еще так говорю, это сейчас ночью. Вот, в целом не супер поздно, но я вроде как будто бы даже выспалась, ну, чуть-чуть хочется спать, но в целом нормально. Вот. Такие дела, вот. На улице еще сегодня очень тепло. Вот, я не знаю, поедем ли мы в Белгород, я хочу поехать в Белгород. Приветики, время полдевятого, я только вышла и поеду к бабушке, окей? Окей, я, короче, хотела надеть свои другие кроссовки, не New Balance, вот, а New Balance хотела помыть, в итоге я делала презентацию все эти, там, сколько, 3 часа, ну или 2, 3, с 5 до 8 делала презентацию, вот, и, короче, что сказать, я забыла их помыть. А я посмотрела, что те кроссовки с джинсами смотрятся, ну, такое себе. Как бы вроде хорошо, но New Balance смотрится лучше. Я такая, прикольно. Я бы сейчас вырезала большой пакет и выжила второй пакет, потому что мне не было времени прикладывать. Я просто положила еще кроссовки. Потому что они поставили физкультуру. Спасибо, третьей парой. Я вообще в шоке, потому что обычно по субботам у меня две пары.
пятницу, не знаю, кстати, пятницу. Вот. Такие дела, блин. Вот. На улице очень тепло, очень классно. Я такой прекрасный свитер. Пока. Итак, время 15:10. Я приехала к бабушке где-то полчаса назад. Ну, плюс-минус. Или минут 40 назад, ну, неважно. Вот. И, короче, сейчас иду у Невиды на встречу к моей сестре Насте. И мы с ней идем в магазин. Магазин не справим, потому что он работает в 10, окей? Ну, не знаю, мы идем в круглосуточную Пятерочку, окей? На улице очень маленькая погода. Вот. Ну, немножко прохладно, потому что все дни был там дождь. Сегодня тоже был немножко дождь. Вот. Ну, так. Вот тут, типа, вот тут дует ветер. Между рукой и кофтой. Вот такие дела. И ну вот, значит, я такая. Кстати, а вот тут же тоже Пятерочка, по-моему, точно нет. Сейчас, да, если можно пойти сюда. Трэш. Время 1:30, мы пришли минут 30 назад домой. Мы сходили в одну Пятерочку, там на Пятерочку на работу было 11. Мы сказали, что за минуты закрываются. Типа, прикол. Типа, 10 закрывают. Окей. Okay. Вот. Да, весело ничего не было. Мы пошли в другую Пятерочку, которая круглосуточная. Там мы взяли только потуку. Там потом началась драка. Драка Пятерочки. Охранник дрался с какими-то пацанами странными. Я не понимаю ничего. И... Ну, все-таки до конца. Вот. И потом мы просто посидели с мальчиками, с друзьями. Вот мы с ним посидели чуть-чуть, поговорили так минут 5-10, не знаю, минут 10, я не знаю, сколько мы с ним разговаривали. И пришли домой. Макса подстригли, посмотрите, господи. Он такой кьюти стал. Кьюти. Смотрим, все, ребят. Все, до завтра, думаю. Я пью спать чаще слов, господи. На 3 пары завтра идти трэш. Итак, всем привет, это у нас уже суббота, время у нас почти 9:30, вот, утро, и мы сейчас с вами вместе идем учиться, иду в колледж, немножко хочу спать, но все нормально. Вот еще у меня немножечко, я вчера забыла помыть, но она вроде не особо грязная, как будто бы, но и грязная. Блин, возможно, по-моему, пришла вчера. Мыть голову в 12 часов ночи как-то, ну, вот, наверное, как-то не классно. Вот, поэтому такие дела. Я вообще не забываю снимать опыт. Это видео было, смотрите. Денег тут две, у нас тут друзья пришли. Девятиклассники школьники. Вот наши цветокошки. Да, вот там наши цветокошки. И вот мы оттуда приперлись. А мы сюда пришли. У нас все места, ребят. Давай помашем им, скажем, что они лохи. Там смотрят, а мы тут. Да ну сейчас, если они посмотрят сюда. Мы нас увидим. Там Макан стоит. Да, я видела. Я видела. Макан. Да, yes. Так, я пришла к бабушке, все уже оттуда ушли, Настя ушла домой, моя сестра, бабушка ехала на дачу. На улице просто безумно жарко, я просто в шоке с этого. Я в свитере, и мне окей жарко, прям очень. Вот, поэтому, сейчас поеду домой. И даже я, скорее всего, пойду не в этом свитере, потому что, ну, это реально люто... Люто жарко будет в этом. Вот, либо это будет какая-то футболка, либо какой-то топ. Блин, ребята, падайте постоянно. Вот, я не знаю, короче, я... Хочу кушать. Бабушка все забрала, поэтому кушать мы не будем. Она забрала на дачу. Окей. Сейчас я, собственно, соберу свои вещи и уже поеду домой, потому что у меня времени катастрофически мало. Мне нужно еще сходить купить подарки. Это вообще трэш. Я вышла от бабушки, забрала все свои вещи. Кстати, не помню, говорила вам или нет, но, скорее всего, я сняла все подруги с последнего рождения сачок, потому что они вынуждают в Белгород, а я нет. И спать это 8 утра, ну такое, тем более я уже очень там, что-то неделю не очень так спала, блин, и по времени, и по качеству, ну по качеству как бы равно времени почти, да, в целом, вот. Поэтому вот такие вот дела, какой-то беспорядок сейчас происходит. Настроение
родители уехали в деревню. И потом я тоже туда поеду. Но это будет вечером, ночью. Просто, чтобы вы понимали, я буду дарить еще моему одногруппнику, моему другу, понимаете, день рождения 14-го, завтра. Завтра мы даже не поеду. Поэтому мы договорились с ним, что я подарю ему аккаунт. Окей. Мы не будем все... Забудем это вообще, потому что это самый необычный подарок, который я дарила, скорее всего. Не знаю. Вот, короче, сейчас я буду выходить. Я сказала, что я опоздаю еще заранее, потому что я до штаба не успела сидеть к бабушке, потом, короче, помыть голову и это все сделать, свои сосиски. Вот, ну короче, я все равно успеваю, но у меня купить подарок девочке, которая мне вчера была день рождения, моей одногруппнице, поэтому еще нужно накраситься, потому что, да, уже вся какая-то... Вот. Я, скорее всего, куплю воздушный шарик Человеком-пауком, типа гелевый, но я не знаю, и будут ли они. Если нет, то я не знаю, правда, что дарить. Трэш. Итак, я записываю этот кусочек спустя 2 дня после защиты нашего проекта Белгород, на который я так и не поехала, потому что, ну, ничего не поменялось. Вот, короче, что вам сказать? Мы не выиграли. Это очень грустно и печально, но я скажу, что как сказали, что выступили моя команда очень хорошо, они, правда, все очень супер сделали, я очень безумно на них рада, это то, что меня реально волновало. Вот, то, что мы не выиграли, я не особо как будто бы расстроилась, потому что, ну... Ну ладно, это опыт. Вот, немножко, конечно, обидно, потому что все вокруг говорили, что очень безумно классный проект, и что он безумно нужен нашей области. Вот, и что это очень классный проект, короче. Вот, мы даже нашли вроде как инвестора, 10 домиков, хоть изначально собирались строить только 3. Вот, теперь, конечно, главное, чтобы эту идею этот человек сам не построил за свои деньги и как бы представил свои идеи. Это такой наш мини-страх. Вот, и, короче... Такие дела, выиграл проект Экодров. Вот. Конечно, это классный проект, они уже делают что-то, они уже подают, типа, его не надо делать прям с нуля, но... Не знаю. Ну, вот так вот. Это был опыт, очень прекрасный опыт, и грустнее всего, что это все закончилось, потому что уже где-то недели 2-3 мы не ходим на мастер-классы. Это очень грустно, потому что каждый вторник я ходила на мастер-классы 2 месяца, поэтому к этому уже привыкла к людям, которых я вижу. И видела каждый день почти, вот, потому что есть люди, которые учатся в среднем университете, вот. Такие дела, и мы их видели часто, а сейчас мы что-то их вообще не видим, реально. Сегодня я только видела пару людей, но это так взбрыкнуло меня, поэтому очень мило. Вот, ну, правда, каждый вторник уже без мастер-классов, это не вторник. Это был крутой опыт, и мы, к сожалению, не выиграли 1 миллион рублей, которые могли дать на домике. Возможно, там была сумма побольше, я не знаю, просто знаю, что этим вот победителям дали 1 миллион, вроде как, говорят. Вот. И, короче, безумно крутой опыт. Вроде как это еще не все, что-то еще будет. Мы еще на днях, может быть, завтра встречаемся с наставницей, будем писать еще весь сезон. Это было очень классно, правда. Это опыт, классный знакомство, мне безумно это понравилось. Поэтому я очень благодарна этому проекту за то, что я, в целом, я попала на этот проект. Ну, короче, очень классно, мне все понравилось. Вот. Я даже там видела со своим братом спустя полтора или два года был наставником. Вот. Такие видела. Это очень классно. И я хочу сказать вам спасибо большое, что вы посмотрели этот прекрасный личный влог. Вот. Я надеюсь, что я вернусь на YouTube и буду еще выпускать влоги, желательно там через неделю, может быть, каждую неделю, не знаю, посмотрим по тому, как я с этим справлюсь. Вот, потому что у меня сейчас будет сессия. Хочу сказать вам спасибо огромное за то, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, если не открыты, конечно. Вот. И еще подписывайтесь на мой Telegram и напишите в социальные сети. Спасибо, я всех очень люблю.